был старший лейтенант, ну вот, и погиб под Липецком. Нужно всегда помнить о тех, кто защищал нас и наше мирное небо. Гордость за наших предков, за моего вот внука, который погиб на Украине без операции. Эти акции сплачивают наше население, сплачивают нашу молодежь. Это моя прабабушка Толокнова Мария Федоровна. А это мой прадедушка Толокнов Иван Леонтьевич. Он воевал в Первом Белорусском фронте. Прошел от начала до конца всю войну. Пришел в родное село, где выходил, и работал в школе учителем. Чувствую то, что они сверху смотрят на меня и радуются то, что я никогда их не забываю.